Евгений Олегович, ну может тогда вы раскроете секрет, почему у ваших сыновей, мальчики, не было колик? Ну, наверное, потому что были устранены вот те самые главные причины, из-за которых у детей болят животы. Никто не кормил их каждые 5 минут. Они спали спокойно по ночам в чистой, прохладной, влажной комнате. Они купались, они много гуляли. То есть с детьми занимались, может быть, и не было причин. И тогда они не вошли вот в эти 30%, у которых такие корики есть. Поэтому еще раз вот я всех призываю. Я вам не называю лекарства от колик не из вредности. Ну просто их нет. И пообещаю, что как только медицинская наука найдет лекарство, которое при коликах помогает, мы обязательно сделаем программу и каждой маме расскажем о том, что есть некие волшебные капельки, которые при коликах помогают. Пока их нет, поэтому мы должны понимать, что колики – это, повторяю, нормальное явление у младенцев. Явление, которое требует от вас не суеты и лекарств, а терпения и любви. И не только к ребенку, но и к его папе. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.